Горящий кэшбэк, то есть повышенный в несколько раз кэшбэк. Например, сейчас в Беру кэшбэк увеличили в 7 раз, теперь до 23%, а повышение они раздают каждый день на самые разные магазины. Напоминаю, что Letyshops работает с более чем 2500 магазинов, Связной, CityLink, MVideo и так далее. При этом кэшбэк — это реальные рубли, которые вы можете вывести на карту или мобильный счет. Представьте, сколько вы можете сэкономить за год с горящим кэшбэком. Покупая без кэшбэка, вы просто теряете деньги. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь в Letyshops по ссылке в описании и забирайте лучшие горящие кэшбэки. Мао Цзэдун ошибся. Атомная бомба оказалась не бумажным тигром, а вполне реальной угрозой. И теперь, когда тысячи бомбардировщиков превратили Германию в руины, та же участь ждала и СССР. Только ставки возросли на несколько порядков. Из далекой Америки шли тревожные вести о разработке новых реактивных околозвуковых бомбардировщиков, и уже скоро их должны были доставить на авиабазы Аляски и Западной Европы. И что делать, если Запад все-таки решится провернуть что-нибудь вроде операции «Немыслимое»? Ладно еще, если со стороны Европы. Там у СССР была группировка ВВС и ПВО. А если атака будет через Северный полюс? Весь север Советского Союза оказался дырой в обороне страны, длиной в тысячи километров. Тут никаких зенитных пушек не хватило бы. Тактических истребителей тоже не напасешься. Советским военным нужен был особый тип боевого самолета – перехватчик бомбардировщиков с мощной БРЛС, чтобы мог долго висеть в небе, а при возникновении угрозы быстро разогнаться и одним ударом срубить с неба незваного гостя с ужасной посылкой для миллионов адресат. Проблемы начались еще до старта основной разработки. В конце 40-х у СССР не оказалось подходящего реактивного двигателя. Приходилось использовать потомков британских НИН и Дервин. Но при традиционных вариантах установки лобовое сопротивление было слишком велико. Перехватчик не мог быстро разгоняться. Именно поэтому сразу в трех конструкторских бюро, где разрабатывали проект, родилась на первый взгляд странная идея тандемного расположения двигателей в фюзеляже. Микоян и Гуревич создали И-320, Павел Сухой – Су-15, а у Семена Лавочкина получился Ла-200, который оказался лучшим из всех. Необычная идея разместить передний двигатель не в редане, а под углом, окупилась. Перехватчик хорошо разгонялся, а целых три 37-мм пушки Н-37 позволяли быстро уничтожить любой бомбардировщик. Поскольку два других перехватчика быстро сошли с дистанции, отдуваться за всех приходилось именно Лавочкину. Он работал на износ, несмотря на тревожные боли в области сердца. Жалеть его было некому. То военные привередничали, мол, БРЛС им не подходит, пришлось создать несколько вариантов, то сам самолет с его необычной компоновкой выкидывал в воздухе неожиданные фортели, и нужно было срочно разбираться, почему. Тем не менее, самолет довели до ума, и в начале 1951 года командование ПВО срочно затребовало начать серийное производство. А потом случилось то, что можно и даже нужно было предусмотреть, но в задании об этом не было сказано ни слова. Появилась управляемая ракета «Воздух-воздух». Она гордо заявила о себе в начале 50-х и сразу стала основным оружием перехватчиков. Военные уже хотели требовать снова менять Ла-200, чтобы дать ему возможность нести такие ракеты, но это было уже невозможно. И дело не в том, что в СССР их еще даже не существовало. Просто потребовалось бы создавать совершенно другой самолет. Титанический труд Семена Лавочкина пропал зря. На первое место вышел перехватчик Як-25. Александр Сергеевич Яковлев дождался и создания в СССР нужных двигателей, и изначально предусмотрел возможность установки управляемых ракет и, самое главное, установил на свой перехватчик мощнейшую современную БРЛС. У Ла-200 не было никаких шансов.
и он больше никогда не летал. Эпоха пушечных истребителей подходила к концу.